Поэт и его муза. Литературно-театральный вечер, посвященный 125-летию великого поэта казахского народа, писателя, драматурга и общественного деятеля Ильяса Джансугурова, прошел в столице Казахстана. Театрализованное представление подготовлено на основе поэмы «Кюши» автора и трагедии Мухтара Авезова «Хан Кене». Целью данного мероприятия является воспитание у студенческой молодежи интереса к поэзии и уважение к национальным ценностям. Кроме того, это раскрытие таланта и поддержка творческих инициатив, говорят организаторы. Уникальность спектакля в том, что артистами выступили студенты Назарбаев университета. Некоторые отрывки из произведений декламировались на английском языке. Бұл балаларды рухани жағынан өсіреді. Баланың шығармашылық қабілетін оятады. Сондықтан біз... Это взращивает молодежь. Они пробуждают. Поэтому мы проводим такие мероприятия. Они ни в коем случае не актеры. Молодые люди не изучают гуманитарные специальности. Они инженеры, медики, политики. Но игра на сцене поможет им побороть свои комплексы. После этого они смогут довести свою мысль везде. Дағы бір нені комплекс дейді ғой? Содан шығуына көмектеседі. Осы комплекстен шыққан бала барлық жерде де еркін ойын жеткізе алады.